Так, я на Нижнеархызском городище, оно же Зеленчукское городище. Вот там вот Южный храм, сейчас мы туда пойдем. Это постройки бывшего монастыря, монашек отсюда выгнали, сейчас здесь археологический музей. Вот, который не работает, но скоро откроется, говорят. Вот. Всевозможные зернотерки, плиты. Чего тут только нет. Чего тут только нет. Вот, но больше всего мне понравилось вот это. Мне понравилось. Вот это вот даже не стелла, а вот это ванна. Хочу себе такую ванну домой. Южный Зеленчукский храм 10-11 веков. Сильно перестроен монахами, но практически мало чего осталось от его облика. Купол, насколько я понял, полностью разрушен и деревянный. Зато сохранились нефы алтарной части. Сейчас мы на них посмотрим. Вот какая красота, да, это вам не Покрова на Нерли, но тоже красиво, говорят, домовая церковь богатого Алана была. Ракурс на фоне братского корпуса, все остальное дополню фотографиями. Поедем к среднему храму или пойдем?